На многих моих видео вы видели то, что я показывал вам исток реки Калан из нижнего водохранилища пирса, которое вот река идет туда, водохранилище у нас там. И всегда вот это вот место было сухим. Но сейчас прошел хорошенький такой серьезный дождик, и мы видим с вами то, что водохранилище переполнилось, и водохранилище пошел слив воды вниз на реку Каланг. Обычно она сливается чуть ниже, наполняется там, где насосная станция, которая забирает отсюда воду, чистит ее и передает в город для нужд. Вот, а сейчас в связи с переполнением водохранилища в реку Каланг у нас вода сливается с основного потока, основного пути. И вот вы сейчас можете видеть, как это красиво выглядит. Это вот чудо инженерной мысли. Я сейчас просто вспоминаю наши замечательные петербургские фонтаны, большой каскад. Представляете, какой мощности был дождь, если я за почти 2 года в Сингапуре впервые только это вижу, а гуляю я тут часто. Настоящий тропический ливень, который вызвал переполнение водохранилищ в центре страны. Вот сейчас мы находимся ниже уровня воды, водохранилище там выше у нас находится, а город сам, район Анмакио, вот там вот под пролетающим самолетом. И если сейчас вот эту даму прорвет, ну я надеюсь, что ее не прорвет, городок смоет просто. Потому что тут водохранилище и 2, нижние и верхние, Lower and Upper Pierce Reservoir, они по общей площади примерно как раз равны вот этому маленькому городку, выходящему к Мизиду. Ну что, посмотрели? Вот такой вот туристический Сингапур. Не переключайтесь.